По оценке ВОЗ, около половины хронически больных не выполняют назначений. Диспансеризацию ежегодно проходят лишь 30% населения. Возможен ли комплаенс врача и больного? Кто отвечает за здоровье? Доктор ответит на все ваши вопросы. 1 сентября в студии главный врач городской больницы номер 15 Анна Дзюбайло. Программа «Звоните доктору». 1 сентября в 18:15 на телеканале «Самара ГИС».